Сегодня выполняющий обязанности министра охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич представил коллективу Гомельского державного медицинского университета нового ректора. Им стал доцент кафедры инфекционных хвороб БДМУ Игорь Стома. Он скончил лечебный факультет Белорусского державного медицинского университета по специальности врач-инфекционист. С 2013 по 2017 годы, кроме науково-выкладческой деятельности, працавал врачом у Минской инфекционной больницы. У 2020 году оборонил диссертацию на соискание науковой ступени доктора медицинских наук по теме терапии и профилактики инфекции у пациентов с пухлинными захворваниями кровотворной тканины. Является автором больше как 100 науковых публикаций. Мой путь – это прежде всего путь моих учителей, потому что никто из людей, которые достигают определенного уровня, не достигал его в одиночку. То есть в этой ситуации надо говорить о тех людях, о тех командах, которые в свое время поверили, которые шли рядом, которые шли к одной цели. Именно поэтому я хочу подчеркнуть, что медицина и образование высшее медицинское – это прежде всего командная работа. И роль руководителя в этой ситуации – объединить, мотивировать. Назначен новый ректор, он самый молодой доктор медицинских наук и вообще доктор наук в стране, с огромнейшим опытом работы, в том числе за рубежом. И его тема научных изысканий, он об этом лучше скажет, это как раз рассмотрение проблем человека целостно. И вот я полагаю, что сформирован здесь научный коллектив, его научный коллектив – должны спотенцировать, сгенерировать те идеи, в которых мы очень нуждаемся. Не только мы, но вообще в целом нуждается общественное здравоохранение и наука, медицинская наука в целом. Дмитрий Пиневич выказал подяку за добросумленную працу былому ректору университета Анатолию Лызикову, який узначальвал коллектив с 2007 года, а в целом присвятил Гомельской ВНУ 20 годов профессийного життя. Под яго кіраўніцтвам установа добилась высоких выников, яна рыхтуе специалистов не только для Гомельщины, але и для всей Беларуси. До того же у Гомельской ВНУ навучаются замежные студенты с 28 краин свету. Усё гэта з'яўляецца добрым подмурком для новых досягненняў.